Дамы и господа, сегодня, скорее всего, предпоследнее видео, если оно вообще получится, потому что сегодня мы отправляемся в небольшое путешествие на фоне того, что было, кататься на квадроциклах. И проблема в том, что им надо как-то управлять и снимать одновременно, если получится. И поэтому, если получится хоть что-то заснять, то видео будет. Если не получится, то его не будет. И тогда это будет, ну, вернее, это вместо двух видео последних будет только одно, обобщающее. Вот, там посмотрим. Вперед. Очень сложно записывать, что очевидно, но все похоже на безумного Макса, настолько похоже на безумного Макса, что во. Это не авария, если что, там просто что-то жгут, а вот там тоже не авария, но у нас все работает, а у них нет, как-то так. Я бы сказал, что это интересный опыт. Единственное, что управление к нему уже привыкнуть. А в целом, даже 45 км в час на фоне машины очень сильно ощущается. Вот. Да. Ну и жарко, особенно в шлеме сверху и в очках. Но это классно. Вот. Аккуратно. Только надо быть без фанатизма. Да, это не GTA-шка, не Road Rush. Не того, что вы привыкли играть. Вот. А так, я бы сказал, что за эти деньги, да, очень даже того стоит.